В состязании приняли участие 8 девушек от 16 до 23 лет. Кто-то из них учится, а кто-то работает, у кого-то уже есть дети. У каждой разные увлечения и образ жизни, но объединяет их одно – любовь к автомобилю. Насколько они хорошо водят машину, выясняли в 5 конкурсах. Девушки рассказали о себе, показали творческий номер. Не обошлось и без проверки на знание правил дорожного движения. Этот конкурс не только как красоты, но и для того, чтобы развенчать миф, то, что женщины не только красивые, но еще и умные и могут хорошо водить машину. Кстати, в числе членов жюри конкурса были не только представители управления молодежной политики, которые организовали конкурс, но и сотрудники ГИБДД, а также автошколы. В итоге первое место в конкурсе «Автоледи» или «Королева бензоколонки» завоевала Александра Олейник, руководитель благотворительного фонда «Луч добра».